конечно, это тяжело на самом деле, особенно, не знаю, для меня, потому что такого графика еще до этого не было. Не знаю, как остальные, думаю, уже ребята привыкли, кто уже давно играет в Евролиге, потому что это календарь, не первый сезон. И для них это не новое что-то. В целом, думаю, что игры, как говорится, это не тренировки. Как рассказывали вот напарники по команде и товарищи, что в Израиле колоссальная поддержка, поэтому жду, как бы, что будет какой-то аншлаг и будет приятно играть в такой обстановке. Андрюха Воронцевич сказал, что здесь сидел номер 7, Виталий Фридзон, поэтому я занял его место, потому что я сейчас тоже играю под 7 номером, поэтому это досталось мне, это место так. Как бы вот, ничего такого, что как бы вот садись именно сюда, просто спросил, кто здесь сидит, никого не оказалось, сюда и присел. Ciao signore con la telecamera, fai ciao. Ciao. A team that has been changed a lot, but they became a better team. They play good basketball. They're very aggressive. A lot of things are going through the hands of Wilbekin for sure. He can execute, he can create for himself or for his teammates. Obviously also Roll has a significant part of their offensive game. They're a good team. They're a good team. They play at home with the support of thousands of fans, and it's just the beginning of the EuroLeague. They have compete until the end against Panathinaikos on the road. So a tough game overall.